Парабдашанини нади. Парабдашанини нади. Бхагати бхакармани. Тодево ашаде. Янта. Парашанга расаянам. Парабдашанини нади. The woman who is attachment to the other person. Женщина, привязанная к другому человеку. Even though busy with household work. Хоть и занята домашней работой. Бягра опи. Бягра наси. Бягра. Знаете ли мне? Что-то острое. Агра — это конец, острию. Бягра. Бягра мне бизи выйдет. Занято. Бизи выйдет хаусов злак. Домашней работы. Тот и ваш шабет там-то. But inside he is enjoying that. Внутри радуется этому. Парашанга расаянам. This attachment for attachment with the other person. Расаянам is joy of. Расаянам is joy. Радость. Joy of the association with. Радость общения с другим человеком. That she can enjoy. Тоди ваша дает кунто. Inside, outside she busy with household work. Она может внутри радоваться этой своей связи, привязанности к человеку, а внешне заниматься домашним хозяйством. Even she is busy with external work. Хотя занята внешней работой. Inside she is enjoying the association of other person. Внутри радуется общение с другим человеком. What it is told? Почему? Why it is told? Because we can enjoy Atman doing external things. It is told. The previous connection, huh? Это связано с предыдущей шлокой. That those who are attached in external things. Те, кто привязан к внешним вещам. Even though he is doing that work, несмотря на это, if he has the faith in his spiritual practice, если верит в свою духовную практику, and even in that external work, he can meditate upon that. Даже занимаясь внешними делами, может медитировать на нее. That is about meditation, another point is told. This chapter is Dhyanadipa. So about meditation, so many things have been told. Глава Дьянадипа. Здесь говорится про медитацию. Told even if one is busy with external work. Даже занятый внешними делами. Still, he can, if he has enough faith for God. Если имеешь достаточно веры в Бога, then inside you can meditate upon that God. Внутри можешь медитировать на Бога. To exemplify this, he's telling even if he
качестве примера приводится. Woman loves some other people. Женщина, которая любит кого-то, каких-то других людей. That even if she is busy with household work, she can meditate upon that. Даже если занимается домашней работой, может радоваться, медитировать на общение с этими людьми. Понятно? Simple meditation point of meditation. Parasangam sadhantya. Апино грихакармата. Кунти бхавет апи тетат. Апате наиво баттате. Это сонди атлихите. Где отличие, где? Давай. Что мне так трудно, а? Почему не учились, что мне? Чем не менее, если шунди не может заткнуть. Не хочет говорить. Это не прикрутно, не хочет. Стесняй. Ну, чистнее. Да, я тоже чистнее, я объясню. Нет, стесняй. Парасангам садхантьяха. Если это Бишенко не понимаете, тогда не знаете, какой падеж тоже. Садхантьяха. Шестой падеж. Как? Садхантьи. Садхантьи это ноди. Но ты женский род. Да. Его шестой падеж. Адьяха. Садхантьи, ага. Это вы не хотите говорить. Вы говорите, тесняя. Как вы тесняя? Не она говорила. Почему не говорите? Тогда легче будет у меня объяснять. Парасанна садхантьи, ага, пи. Но грехокам вот так. Но это что значит? Значит? Как на? Да. Одинаково. Кунти бхаве топи. Ту этот. Апатено. Эбо бхаттате. Ты шонди не говорили. Все. Вы желаете. Вы читаете, вы желаете, вы объясняете. У нас не нужно отличить. Что? Парасангам садхантьи апи. Even though she, that Парасанга Бешанини, even though she is enjoying the association with other persons,
Хотя она радуется про себя связи с другим человеком. Но грехом, тот грехом кунти бхаве. That is, will not be disturbed the household work. Это не мешает ее домашней работе. Even somebody, this lady was thinking about other person in the mind, enjoying this thought. Когда женщина думает про кого-то другого, радуется этой мысли. But griha-karma will not be disturbed. Грехокарме это не мешает. Кунти-бхавет must be by obstructed. Household work will not be obstructed, Kunti Bhava. Это не барьер домашней работе. To этот апатанай вартате. Still, this type of external work will be superficial. Но эта внешняя работа будет поверхностной. She can continue the household work, but not that good. Она будет заниматься домашними делами, но не так уж хорошо. When somebody does it attentively, it will be very good. Когда это внимательно делаешь, очень хорошо исполняется работа. But it will not be that good when mind is thinking of another person. Но она не будет так уж хорошо исполнена, если ум занят другой мыслью. Поняли? Да. Йокитто бешанини. Грехат я в янини. Йота санмук короти тат. Йота санмук короти тат. Пора бешанини тадват. Но город тева сарвата. What is told previously, now it is more explained. Но здесь еще больше объясняется то, о чем раньше сказано. So, Griyat Kitta Besanini means the lady who is interested in discharge the duty of the house. Женщина, заинтересованная выполнением домашней работы. Йо-киттьё, киттьё значит, киттьё. Киттьё is duty. Обязанность, долг. Киттьё нет, киттьё. That is, киттьё means what should be done. Работа должна быть сделана. That is duty. The duty of the house, who is interested in doing the duty of the house? Заинтересованный в выполнении домашних обязанностей. Yata-shammak karoti tat. That work, as she can do perfectly. Может делать эту работу в совершенстве. Shammak karoti means fully can do. Полностью делать. Parabhyasanini tat what? The person whose mind is attached to another person. Но человек, чей ум привязан к другому человеку. All the same, she could not do in that way. Не может так делать. Cannot. Тадват макароти. Не может делать. Сарбата. In whatever way it may be. Как бы то ни было. Whatever way she does, if her mind is attached to some other person. Как бы она ни делала, но если ум ее привязан к другому человеку. Cannot do that work in that way as interested lady can do her. Не может выполнить работу так, как ее выполняет заинтересованная женщина. Эван Дханайка Ништопи. Иван Ханайка Ништо. Лешат Лукитам Арабет.
Сейчас немножко шумби отличите. Бхьяна эко ништаха. Эко ништаха. Бхьяна эко ништаха. А. Апи. Апи. Потом. Лешат, лукикам, адолет, лешат, лешат, значит, чуть-чуть. Лешат? Лешо, лешо, значит, чуть-чуть, чуть-чуть. Потом... Татвавит ту виродхитват. Татвавит ту виродхитват. Потом. Самьяка ачара. Виродхитват потом какой слог? Логика. Это она мне хочет говорить. Ну, это понятно. Это было понятно. Понятно. Я не понимаю. Хорошо. Эвон дяна ништопи. Дяна ико ништопи. Эвон, симилярли. Аналогично. Дяна ико ништопи. The person who is very much attached into, one-pointedly attached into meditation. Человек, который однонаправленно привязан к медитации, can start the worldly duty in a superficial way. Может начать заниматься мирскими делами поверхностно. Лешат. Лешат не вертикально. Лешат не суперфициальный. Поверхностно. Can do superficially. The person who is very much attached to meditation, he also can do work, public work, лукикам, or only work. Человек, очень привязанный к медитации, тоже может заниматься общественным делом или мирскими делами поверхностно. But superficially. Но поверхностно. His mind is in meditation. But duty is given, so superficially can do. Ум его в медитации, но обязанности на нем лежат. Он их может выполнять поверхностно. But тот, кто бит, not truth. Но познавший истину, он видит вас. It is not antagonistic to his knowledge. Эта работа не противоречит его знанию. Вы понимаете, он видит вас. It is not antagonistic. Any work, external work, is also not antagonistic to my own truth. Любая внешняя работа не противоположна для человека знания.
Everywhere he sees Brahman. Он повсюду видит Брахман. So, it is service to Brahman. Это служение Брахману. So, he has no any thing that it is bad, or it is good. У него нет деления на хорошее и плохое. Therefore, he can do Lokikam Sanmagacharya. He can do worldly work also completely. Поэтому он и мирские дела может в совершенстве выполнять. Это понимаете? Ну, то есть это он их делает как бы поверхностно и легко, а со стороны они выглядят совершенно сделанными, да? Или он может и так, и так? А чего? Он уже делает с любовью, с Богом. Если... То есть он... Пока он просто занимается медитацией, он поверхностно. А как только он реализовал истину, он не видит ничего, никакой разницы. Он в Брахмане, и все для него Брахман. Дешвай, Сутапури, when he used to clean his water pot. Сутапури, когда чистил свой кувшин. His attentive mind falls in there, so he can do it very perfectly. Его внимательный ум направлен на этот кувшин, он в совершенстве его начищал. Metal looks like gold metal. Металл как золото сиял. He can do, Он мог это делать. Because the mind which he applied in so subtle truth of Brahman. Потому что ум, направленный на столь тонкую истину, Брахман. With this mind, whatever, wherever he put, it will do best. Куда бы ни прилагался, все доводит до совершенства. That is the difference. В этом разница. Even the habit of meditation very much. У вас привычка к медитации хорошая. Now you have to do work, you can do work, no doubt, but superficially. А вам нужно работать. Вы, конечно, можете работать, но поверхностно. Your mind is in other place, in God. Потому что ум в другом месте, в Боге. So you cannot do, only you can do superficially. Поэтому с обязанностями справляетесь поверхностно. But a knower of Brahman. Но познавший Брахмана. To him this world is all the same. Для него все одинаково, все равно в этом мире. This is good, this is bad. That is helpful, that is not helpful, such things do not come in his mind. Хорошо, плохо, полезно, бесполезно. Такие вещи в голову ему не приходят. He can do worldly work also perfectly. Поэтому он и мирские дела выполняет в совершенстве. Поняли? Майя-майя пропанчаям. Майя-майя пропанчаям. Атма чайтанна рупа дрик. Атма чайтанна рупа дрик. Ити бодхе вирудхах ко. Лаукика вевахаринаха. Онди аппликите. Панчаха аям атма. Панча. Прапанчаха аям атма. Каха. Лаукика вевахаринаха. Это какой падеж? Шестой или первый? Двойственный. Двойственный. Первый? Нет.
Не, а чем мы так делаешься, всегда мне мешаешься. Сейчас в итоге. Сейчас ты ошибся, один звонит, один звонит, он один звонит. Это не говорится. Очень думаешь, очень умный. А ты ошибка говорил. Шестой множественный. А почему вы спросили, двойственный или нет? Ну, по числу. Да я говорил двойственный, потому что ты есть, ты знаешь или не знаешь. Это не знает, поэтому говорит множественный. Поэтому все ум использует, как обмануть меня. Я понимаю. Шестой. Остальные вы понимаете. Шестой единственный. Единственный, конечно, тогда. Конечно. Они молодцы, но не уже говорили. Ну. А? А вы двойственный говорили. Я тоже поняла, что двойственный. Моя пропанчая. This world. This world of this universe. Этот мир или эта вселенная. Or this creation, propancha means like that. Или творение. Maya. Composed of Maya. Состоит из Майи. And your Atma is Chaitanya Rupa Dvik. А ваш Атман Чайтанья Рупа Двик. Chaitanya is holding, your Atma is holding consciousness. Твой Атман держит сознание. Means? Holding means your Atma is сознание. By nature consciousness. Твой Атман по природе сознание. Dvik means Shalupa, Chaitanya Shalupa. Dvik means holder of Chaitanya. Means Atma is by nature consciousness. And this world is composed of Maya. Мир состоит из Майи, а Атман – это сознание. Iti Buddha. In this understanding, Buddha is an understanding. In this understanding. В таком понимании. Virudaka. What is the antagonism? Какое противоречие? Лаукика бхаварино. The person who is engaged in worldly behavior. Человек в своем мирском поведении. What is the problem with worldly behavior? He knows two things. Какая проблема для человека в мирском поведении? World is full of Maya. Он знает, что мир полон Майя. And Atma is consciousness. А Атман – сознание. So, whatever he will do, it will be in Maya. Все, что он делает, будет внутри Майя. So, all the same, whether you go to the temple, так что все равно. Or go to see some football play. Идешь в храм или на футбольный матч. Both are Maya to him. Все Maya. So what is the problem? No. Какая проблема? А проблема в чувствах. А? В чувствах. Одно дело в храме чувства возникают одни, а на футбольном поле другие. Кого чувства? Ну вот у Атмана. Атмана чувства нет. Атмана видит везде же. Атмана чувства нету. Поэтому нет проблема. Но беру да. Опекшоте бхавритир. На пропанчасья вастутам. Напи атма джаддам кинту. Напи атма джаддам кинту.
им ту. Еша шадана небо каншоти. Еша сагана небо каншоти. Так нету противоречия, я все-таки не поняла, нету? Нет. А у меня есть. Какой she has contradiction. She has contradiction about what? А вообще нет, вот я хотела узнать, вообще нет. Есть, contradiction нет. Вообще нет, а в моей голове есть. Потому что вы идти Бодхе, если это знали уже, идти Бодхе, написано идти Бодхе, if you have such understanding, that the world is Maya, and Atma is сознание. Если у вас есть понимание, что мир это Maya, а Атман это сознание, then you have no contradiction. Тогда противоречия не будет. Так мы можем все убийцами стать. So, иначе говоря, если you have contradiction, then you have no such knowledge. Если у вас есть противоречие, значит у вас нет знания. Mm-hmm. Логично. So this Шанди отличите. Ева хритихи на апи атмаджарьям им туэша садхана аньева. Анья Ева. Опять что ты потом такой? Я сказал, ева хритихи. На. Потом? На апи. Атма джадарьям. Джаджам. Джадьям. Атма джаджам. Потом? Ким ту эша. Потом? Потом садхана. Садхана. Товарищи. Аньева. А другие туда мы можем говорить только. Не говорите, почему? Садханани Ева. А кому голова не работает? А нет. Давай, она ошибка сделала, то ты. А я за ней записал. Только все давайте. Если она говорит, тогда. Так. Мне продиктовали. Или садхана, а не Ева. Я не понимаю, что это за маскировать. Адонани. Не Эва, да. Вот, Садханани Эва, я же потом сказала. Да. А все так. Просто все так лег. Шонди никогда не хочет узнать. Всегда хотим. Всегда. Всегда хотим узнать. Всегда так. Узнать это теоретически на небе. Книги не хотите. Многие решают. А так что тебе говорите? Говорите, знаете? Знаете слова говорите? Не-а. Бевахара знаете, бевахара. Забыли. Знаем, но забыли. Но... Только что учились, и ты будешь бирюдака, логика бебахарина, бебахарин. Деятельность. Активитис. Так. Что? Бьебия. Поведение. Понимаете? Да. Это добавит. Бевахарь. Бевахару. Бьебия. Almost same with English. Бевахару. Бьебия. Понимаете? Поведение на санскрите звучит почти так же, как на английском. Бевахара и бихевия. Что опекшате агитет, опекшате говорите,
Ну, опять что ты? Потом где-то вот туда. А извините, это вообще глагол или это существительное? Слушайте. Вот я сдала тебя. Я думаю, что если с саргой, то это будет существительное. Слушайте, слушайте. Син. Грамматика. Это горо. Бипульбок. А бупульбок. Ава. Фиктин. Видату. Фиктин. Тин. А дава горо? Да. Горо как? Хри. Не знаете? Харгой. Гой это всегда физик. Гой и лихтин. Все означает существительно. Чтобы говорить и бабахара это одинаково. Что пропончаще босту там. Крут он доволен. Истина мира. You see your activity or behavior. Does not wait for whether world is true or not. Ваше поведение или ваша активность не зависит от того, истин мир или нет. Поняли? Почему это? Бустудам на пекшате. А? По-моему, зависит. You are dealing with the world. Ты обращаешься с миром. So we went to, you have gone for eating. Пошла поесть. Whether it is maya or it is real, it does not matter. You have hunger, you are eating. Maya – это реальность, неважно. Ты голоден, и ты ешь. If it is maya, then of course you will eat. Если это maya, stomach wants to eat. And so, it does not wait. Your eating does not wait that it is whether real or maya. Ваше пищеварение не ждет ответа, реально это или нереально. Ем какую-то майю и становлюсь сытным. Что делать, если значит моя? Что делать, если сидите, тут же моя. Если ходите, тут же моя. Если кушаете, тут же моя. Только это... Рожок тоже моя. Моя или не моя. Ваша работа продолжает. Говорит, it does not wait for you, your truth, huh? Ты делаешь, и все равно мая это или не мая. Но ты атма-яджем. Also, whether атма is material or conscious, it does not wait. Также не ждет ответа. Атман материален или сознателен? Не поняла. Атман не ждет ответа. Атман-яджем. Работа не ждет. Ваша деятельность не ждет ответа. Атман сознание или материя. Similarly, Atman so do not wait whether you think it inert or conscious. Атман не ждет, думаешь ты о нем как о материи или о сознании. Атман remain as it is. Атман всегда такой, какой есть. Materialistic think that it is the product of chemical product of the body, атма. Материалистическая точка зрения, что это химический продукт тела. So they think атма is material. Они думают, что атман материален. Others think атма is conscious. Другие думают, что атма сознание. But атма does not wait for that whether you think. Но атма не ждет ответа на этот вопрос. Нахи атма джаджам апекшате. Джаджам means джарата. Джарата means джара, inertness. 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 Понимаете? Это действительно понятно. Материально. Ваша атма есть. Атма does not wait whether you will call it jara or you will call it conscious. У вас есть атман. Он не ждет, назовете его материей или сознанием. He does not wait for that. Кинту, еша,
Йод бигебия. Еша, а? Шадамани ебо каншоти. Еша ми йод бигебия. Ваше поведение. Никс. Сам инструмент то фульфильдис. Требует средств для исполнения. Шаднами каншаты. Еша, еша, женский род. Да, так. Потому что в явахре тихий. Вы говорите, поэтому еша. That means your behavior. Needs Shadhanani Evo. Something is needed. Otherwise you cannot behavior. Do behavior. Huh? Для вашего поведения что-то нужно, иначе вы не можете вообще вести себя. Это понимаете? Понимаете? Для поведения что-то нужно? Объекты. Для активности. If I want to talk to you, I need the power of the mouth to speak, power of speech I should need. Если я хочу с вами поговорить, мне нужна способность речи. If this instrument is not there, I cannot. Если нет этого средства, я не могу говорить. If I want to touch, I need a hand. Если хочу прикоснуться, нужна рука. So, in behavior, you need some helping material. В поведении нужны вспомогательные средства. Понятно? Да. Согласите? Да. Хорошо. Согласен. Не забывайте. It is very interesting for Шлока. That whether all this true or not, Истин мир или нет? Your behavior does not matter to that. Ваше поведение от этого не зависит. You will continue in this world, as you are in the world. Вы в миру и будете продолжаться в миру. You will eat, sleep and do all other things. Есть, спать и делать все такое. So, whether you give lecture that it is all Maya, читаете ли вы лекции о том, что все это майя? Or it is real. Или для вас это все реально? Does not matter. Не важно. Your behavior does not wait for that. Ваше поведение не ждет ответа. And your atma also does not wait. Whether you will call it material or concept. И ваш атман также не ждет, назовете вы его сознанием или материей. But your behavior needs something. Но для поведения что-то нужно. Все поняли? Каждый вещи. Да. Да. Что говорит? Сейчас это объяснять. Это последний будет. Монога. Хорошо. Монога. Кая тот байхе подат та. Сейчас посмотрите слова ответит. Mm-hmm.
Товарищи, товарищи. Сонды. А? Какой? Монаха. Бак. Кайо. Тот. Байо. Подастага. Садманитан. Тот, кто бит. Но упомиднати. Бывало, а что? Но у того. Почему не постараетесь, что он не отличит? Я говорю, тогда вообще ничего не остаться в голове. А санскрит учитель. Санскрит учитель, а то, что не знаете, это постараетесь говорить. Я говорю, то у меня оттуда не интерес будет. Ну, что? С вами же... Я все говорю. Сложная... Почему не говорите? Потому что тут была сложная ситуация с монаха прямо сразу. Монаха, то уже знаете монаха. Почему не говорите? Не очень понятно вот этот монобак. Такой летели я, мы ничего не знаем, ваше что-то говорите, говорите, говорите. Так не можете видеть. Не так. Говорю, всем молчание будет. Это посмотрите, вот точно, монаха, потом бак, потом два кои, кайо, тот байо подастага, садаманитан. Тот то бит, но упомиднати, бевахараха, ащо, ну, кутаха. Не повторяйте, что какие молчания. Все. То, что раньше говорил, когда бывают девайцы, тогда хочет то, что материал нужно. Если бывают девайцы, какой-либо материал у вас нужно. What is this thing? Mind. Какие это средства? Ум. Или speech, back. Речь. Или body, кайо. Тело. Или beyond the outside objects. Или внешние объекты. Тот байо, пешан байо. Мон бак кайо is inside. And outside, тот байо. Outside that, different objects are also needed. Внешние объекты тоже нужны. Там садханами. This thing, what are the tan? These things are как helping instrument. Это вспомогательные средства. Раз нужны, значит. If you want to behave, then these things are needed. Если вам нужно вести себя, активность проявлять, то нужны эти вспомогательные средства. That is called sadhanami. These are the helping things. Вспомогательные средства. Откуда их взять? Из ума. Тот-то-бит means a lot of truth. Познавший истину. Тан, но упомиднати. Тан, уже говорил, тан, наверх. Тан, тан, какой падеж? Второй множественный. Что значит? Имя. Это что? Ну вот это тело, речь, ума, но, вак, кая. Так хорошо. Это какое слово? Тан. А где оно находится? Вторая, все. Первая строчка, последняя. А это какой падеж? Тот, кто бит, тан, но упоминдати. Лежу на дештреден. He does not destroy them. Он их не уничтожает. Их или ими? Их. These things. Их не уничтожает? They do not destroy them. They attain knowledge. They do not mean they will destroy all these things. Когда они достигают просветления, знания, это не значит, что они уничтожают эти вещи. Вы понимаете? Да. То, что Свет-2 говорит, уже говорил, если you want to behave with others,
Если хочешь себя как-то с другими вести, потребуются эти средства. Человек знания их не уничтожает. Нет нужды их уничтожать. Why? A man of knowledge cannot behave. Тогда почему человек знания не может вести? Behave with worldly matters. Why he cannot behave? Почему человек знания не может вести мирские дела? If he does not destroy, that means he can use them also. Если он их не уничтожает, значит, он может ими пользоваться также. So why he cannot make behavior? Так чтобы ему не выстраивать свое поведение. So this much today, huh? Then, because if he destroy this mind. If he destroys the mind. Если предположим, он уничтожит ум. Тогда Таттва Вид will not be able to make meditation. Он не сможет заниматься медитацией. Может, или не может. А зачем она ему уже? Зачем она ему уже эта медитация? Через медитацию это что делает? Медитация значит что делает? Ну, медитация это осознание брахмана, так он уже себя осознал. А кто медитация что делает, вы говорите? Что делает? Я-то медитацию что делаю? А, что делает? Говорите. Ну мантру повторяю. Ум не используется. Ум? Ну я наоборот стараюсь, чтобы он успокоился. Нет, не использую. А зачем он? Ум не используется, повторюсь, откуда придет? Без ума. Ум говорит, тогда свобода придет от рта. Без ума какой-то чувство не работает. Ха. Просто ничего не знаете. Без ума никто. Если я говорю, я посмотрю, тогда глаза открывают. Никто не открывает глаза. Знаете? Закрываю. Как ум говорит, так говорит. Я даю удар. Ум говорит, потом даю. На то рука не даю. Понятно? А откуда вы умеете мысли? Это потом. Это то понимаешь или нет? А просветленный уже не медитирует, войнает. Я объясняю. Это она не понимает. Я вообще не могу. Я старая, а ты знаешь? Что-то надо сделать. Мы же как-то читали и говорили, что мы учили. Я тебе не даю.